И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все, также Extinction. И сегодня мы пойдем на бета-короля. На бета-короля титанов. Восстановил все, кстати, там у меня еще и стрелы куда-то исчезли, там было что-то дофига стрел, у меня их стало ноль какого-то фига. Ну, в общем, да, как обычно, локалка-богалка. Назовем это так. Багнутые локалки, что поделаешь, с этим никуда. От этого, точнее, никуда не деться. Короче, титан у меня отхилялся. Пока я туда-сюда, вот это вот все, титанчик вон. Не, вот там, вон он. Отхилялся. Все нормас. Восстановил ХП. Лесной титан там тусует. Пускай там тусует. Как говорится. Блин, бесит на меня там. Сидит там такая довольная и хоть бахны. Вот. Лесной титан остался там на месте. Зачем мне его выносить? Восстановил все шмотки себе. Так. Че это там у меня нолик ее? Кстати, да, надо все шмотки зарядить, потому что эти же восстановленные. Мать их за ногу, что это такое? Почему ты мне сделал так? Почему ты меня переместил? Все это говно сюда. Так. Вот. Чтобы доступ к этому всему был побыстрее. Скажем так. Вот. Все ресурсы у меня там. Поэтому можно уже перемещаться. Посмотрел, что будет с хронометражом. Ну, немножечко отдохнул. И посмотрел, что будет с хронометражом. Да, конечно, удивился. Но с одной стороны удивился, с другой стороны не удивился. В общем, удивился то, что один отрывок там всего лишь 12 минут длился у меня. То есть я как бы стопал видео. Всего лишь 12 минут длился. А удивился, не удивился другому, что видео там под 50 минут уже вышло. Да уж. Но не забыл скринчик вставить. Да. Вот, вызвал себе голову. Да, она, я ее получал, она полетела в инвентарь, так что как вариант это из-за того, что я сделал вознесение, поэтому у меня, ну то есть посмотрел касцену, поэтому у меня исчезло все это дело, вот, поэтому как-то так. Ну в общем все как обычно, у меня же каждый раз какая-нибудь жопа случается. Погнали. Лесного титана сейчас сразу же. Да ёп. Пролетел сквозь него. Лесного титана сейчас сразу же ставим здесь. На месте. Ну! Алло, давай, двигайся. Я специально сейчас пробел нажал, чтобы он хоть какое-то действие сделал. Ну! А вперед! Ну-ка, так. Ну чё ж, отлично. Так начал двигаться. Багуется иногда. То есть он просто, ну, из-за телепортов, возможно, он просто перестает двигаться. Так, ставим его сюда. Он где-то здесь должен появиться, по идее. Повернем голову сюда. Активировать барьер. Так, радиус на десяточку. И у тебя нейтралка. Ну, толк от этой нейтралки 0, как вы понимаете. Пускай будет пассивка, так мне будет уже спокойнее. Так. Хорошо стоит. Мне очень нравится. Конечно, было бы лучше, если бы щит был чуть ниже и дефал бы ноги ему. И просто бы вот эти вот все не могли бы подойти к нему, ну, то есть вообще. Это было бы намного круче, это было бы намного лучше. Кстати, все-таки верну я щит обратно на девятку. Потому что я кое-что хочу сейчас сделать. О, отлично. Что я хочу сделать? Все легко и просто. Рекс 1. Рекс 2. Рекс 3. Ну, поле 4. Я их всех вызываю. Они мне будут помогать. Да, есть огромный шанс, что они просто-напросто сдохнут. Но, что? Правильно. Это бета. Это бета. А значит, что скоро мы заканчиваем. Альфача.
проходить на мехах. На мега-меке. Тут без вариантов. Поэтому как-то так. Призываю за лесным титаном, чтобы он тусил. Во-первых, они будут тусить около него. Есть шанс, что от всяких метеоритов и так далее защитит щит. Я честно это рассчитываю. Это единственное, на что я могу сейчас рассчитывать. Ставим их на агрессию. Угу, отлично, они все за титаном. И смотрим. Дистанция высокая. Надо их поставить наивысшую, наибольшую дистанцию. Почему? Вот, потому что здесь уже совсем другие расстояния. Так, низкий, отлично, зацепил. Наибольшие. Так, раз, два, три, четыре. Ага, вот он что. Вот этот будет 5, и вот этот будет 6. Отлично. Все, они все зацеплены за титаном. То есть они будут тусить около него, так что все будет хорошо. Я надеюсь, я рассчитываю. Ну, пожалуйста! Вот. А там уже как бы сами посмотрите. Как говорится, вы это уже и так знаете, что там сейчас будет дальше. Вот. А для меня это пока что... Ну, рефлекс у меня такой дебильный, сжать на пробел, мать его. Ой, Клаус, иди ты в жопу, козел. Просто он, когда появляется, начинает лагать. Так. Надо отключить трубу. Чтобы немножечко FPS-ов прибавить. Твою мать, как тут все пролагало. Жуть. Жуть, жутейший. Давай, поворачивайся. Братин. Отлично. Ну все. Остается дело за малым. Просто вызвать босса, отлично, я очень рассчитывал, что сейчас все будет так, как я запланировал, я надеюсь, что будет так, как я запланировал. Давай, 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 чувак. Агрись. Погнали. Они, по крайней мере, будут его дефать от всяких козлов внутри. Поэтому, собственно, я и поставил щит на минимум. Так, прыгай. Красава. Так, там, походу, дело щит уже выключился, что ли. Или просто он забагался, да, просто забагался, поэтому его было не видно. Ну все, я очень рассчитываю на то, что попрет сейчас все хорошо. Два. А можно как-то это? А можно как-то его бить? Такс, я понял, что мы получили какую-то жопу. Они за кем-то там сагрились, а? И они... Чё, полудохли уже, что ли? Да, неудивительно. Неудивительно. Но, смотрите. Пока что мой план немножечко в деле. Так, кто там стоит тупит? Кто там стоит тупит? Понять бы еще, кто там стоит тупит, вообще было бы хорошо. Ох, как вас много я потерял. Так, отлично. Забагался, конечно, ну да пофигу. Так, мне это, черт побери, не нравится. Давай резче. Имбецилы! Ох, господи. Зачем я этих рексов вызвал? Кто-нибудь не подскажет? Эти дауны просто больше тупят. Ну, честно! Так, понятно. Надо, короче, сделать по-другому.
Так. Так, и вот так. Отлично. Отлично, все, жопа. Бьют? Да, вроде как бьют. Разлетелись чертям собачьим. Да, в соло управлять всеми — это еще та задница. Я бью же по нему. Ну, лесной, держись. Походу, тебе повезло. Да смотри, как они дамажут. Огонь! Не повезло тебе. Но тебе повезло там, может быть, чем-то, зачем-то. Так, и вот так. Твою мать, да пошел ты! О, боже мой. Простите, но тут какая-то жопа началась. Ненавижу эту фигню. Как это от этой фигни избавиться, кто мне подскажет. Отлично. Избавился. Ой, все зависло. Если это кусок дерьма еще вылетит, я не удивлюсь. У меня на Альфа-Че в прошлой серии тоже уже вылетал. Вот что это? Какого? Это дерьмо нажалось вот сюда куда-то. Твою мать, имбецильный кусок дерьма. Простите, но по-другому я уже сказать ничего не могу. Его просто канаёбит, как ослину, козлину. Ой, все, сорян. Это... Не, просто сказать, что меня бомбит от этой игры, это вообще ничего не сказать. Ладно, да ты посмотри просто, твою ж мать, а. Вот и какого фига они там заспавнились, а? Кто-нибудь мне подскажет, какого фига они там заспавнились? Естественно, мне никто не подскажет, потому что это кусок блевоты, непонятно, как вообще работает. Вот... Не, просто последнее, вот что последнее творится в арке, вот в арке, как исчезает лут, как вот это вот все говно там, как мобов ты там ищешь по полдня и в итоге ты их не находишь, тратишь свое время. Локалка это еще та хрень багнутая, я вам сразу так скажу, ну я как бы постоянно так говорил, это еще та блевота. Вот, поэтому, ну, как бы тут от этого никуда не денешься. Я это прекрасно понимаю. Но это еще та редкостная блевота. То есть, если у тебя хватает сил пройти на локалке все это говно, ну, да пофигу, с рейтами, не с рейтами, насрать. Если у тебя хватило сил пройти локалку, то, считай, короче, тебе ни один сервер вообще будет. Тебе насрать будет на абсолютно на все. Почему? Да, потому что, извините, такого говна, как... Здесь ты больше нигде не увидишь. Да. Пустынный титан. Замечательно. А вы видите? А вы видите? Да. Ледяного титана, вы видите? Вот я не вижу уже. Он просто исчез, мать его. Куда это ты пахнулся? Пустыну вроде бы ты пахнулся. Ну, пойду искать. Это на велике туда ты пахнулся. Зачем я меха-то пахнул, я не знаю, сюда.
так меня уже давно не бомбило. Это, ну прям, реально. У меня там просто еще 2 FPS было всего лишь. То есть меня просто в этой пещере канаебило еще и за FPS. Не, не к пустынному, господи, куда там? На лесному мне нужно. А, сейчас просто на другой конец карты меня опять будут сейчас пролагивать. Не, не, босс он не сложный. Босс он не сложный. Сложно то, что творится. Вы его видите, лесного, ледяного титана? Вот и я не вижу. Где этот ледяной, мать его, титан? Пошел, тварь топорылая. О. Вот и я ни хрена не вижу, ни хрена понять не могу. Какого черта здесь происходит? Да, он просто исчез. Просто игра решила, что... Не, братан, короче, тебе лесной титан не нужен, пошел в очко. Я понял. Я понял. Я понял. Повторюсь, да не бомби ты меня. Твою мать. Вот и как ты здесь появилась, кусок твари? Благо этот велик, он у меня дефает все и вся. Ох. Ладно. Ладно. Не бомбит у меня, говорю. Вроде бы. Пока что. Оп, терчики пошли в очко. Отлично. Ну, оторвался хотя бы. Мне нужно вызвать пустынного титана. Хотя бы его. Стой, ублюдок, мать твою, скотина драная, летит он куда-то. Да в смысле ты на этого согрелся? Ты чё, охренел, что ли? Вот ублюдок, мать твою. У меня больше вопрос, ты чё не летишь? Самый бомбящий босс, если честно. Ставит зад на цель. Отлично, мочите, ублюдка. Стая пустынного. А, ну понятно, это типа дохнут у него. Заряд молнии исчерпаны. А где все рексы? Если фуш на то пошло, то реально где все рексы тогда? Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то реально пошло не по плану. Ладно, пятый, допустим, я понимаю где. Так, убери. Опять на контр нажал. Не бей по рексам, тварь! Вот и что ты встал-то на месте? Лично, рексики его бьют. Это хорошо, это уже хоть что-то. Такс, метеориты летят в меня. Ща, титан сдохнет. Такс. Рекс минус. Вот что он там стоит? Черт его знает, что он там стоит. Ну ладно.
Пока живем, пока живем. У меня остался еще один титан. Лесной, я не знаю, как я им буду побеждать, но он у меня еще остался. Рекс, еще один Рекс побежден. Отлично. Да, он поэтому титан тоже вжарил. А назад ты лететь не умеешь. Отлично, буду разворачиваться, ударить по крылу. Да. Не подскажешь, почему ты не хочешь лететь? А с ускорением? Отлично. Лесной титан все еще живой, тупый из-за... Давай в щит! Так. Отлично. Из вечного щита мы превращаемся хоть в какую-то уронную силу. Да ёб твою ж, опять ты голоден, ублюдок, мать твою. Такс. Убираем щит. И последний Т-Рекс был помёртвый. Так, он что там, по мне что ли урон проходит, что ли? Я по нему даже не попадаю! Отлично, теперь попадаю. Просто он по мне попадал, а я по нему не попадаю. И какого-то черта, у меня 50 FPS, но просто через кадр показывает. Не, я скучать по Extinction не буду. Пошла это в жопу карта. Вот честно, вот этим... Вот и чё ты сейчас вот это показал такое? Закряхтел что-то. Ой, бляха, муха, ну ты посмотри. Гайд. Просто 30, 50, 20, 10. Подожди. Ладно, я проматерился. Погнали. Ой. Фух. Не, проматерился прям реально, легче стало. Я могу хоть добить вроде бы его. Гига, конечно, бесит, но насрать вообще. Пошел ты в очко, жрать он хочет, гниду усталая. Давай еще разочек, тебя должно еще на раз хватить. Нес, ублюдок, мать. У меня закончилось место на жестком диске. То есть босс сдох, он падает, меня подкидывает вверх. Я слышу тю-дю-дюнь, смотрю на программу записи, у вас нет места, я нажимаю на паузу. Ну, скажем так, выхожу в меню. Все. Каким-то макаром 100 гигов свободного места на жестком диске закончились. Там стало 44 мегабайта. Я думаю, из-за этого у меня лагало, конаёбило и так далее. Как 100 гигов могло... Ну, 100 гигов, короче, если по-простому говоря, это 3 серии примерно можно записать спокойно до обработки. Я сейчас думаю, что делать, блин. У меня лесной титан просто сейчас в воздухе, и есть шанс, что он просто вылетит за пределы карты через верх. Но единственное, что мне пришло в голову, пока я перекидывал, освобождал свободное место, перекидывал с одного жесткого диска на другой, спрыгнуть сейчас с него и лететь вниз. Я не знаю, зачем он полетел вверх. Ладно. Рискуем. А! Прикиньте, он после паузы просто стал падать вниз. А, это мне повезло. А, вот он из-за кого, по ходу дела, стал лететь вверх. Так, на всякий случай я лучше с тебя слезу. О, божечки, 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 да. Все они померли, мои рексуни, все померли. Гнида, мать его, драная. Да, вот Рекс 4. И вот они седлышки. Ладно. А видно, конечно, не спорю, что поделаешь. Просто два титана
один чудотворным способом игра сказала: братан, что-то тебе легко идет, давай-ка мы тебе его лишим. Второй сдох. Блин, отвлекли. Вот этот модуль IBMM, который нужен для этого всего. Вот на голова. Бета голова. 150 брони. Ёб твою же за ногу. О, подожди, я могу бежать? О, прикол. Я с перевесом могу бежать. Офигеть! Сука, блевот опять залагал. У меня перевес 110, но я жму на shift в тег-костюме. Ой, на shift, на присесть или там лечь. И он бежит. Не, вот это, короче, конечно, да, уже покруче. Вот это уже получше, прям вообще огонь. А, в плане дропа. 150 брони, что? Вот это вот прям самое первое, что приходит в голову. Ну, вот эти вот модули. Заставка. Да уж. Как-то так. Ну, давай посмотрим, что в итоге у меня осталось. Понятное дело, вся так броня, по ходу дела, исчезнет. Мне больше интересен модуль. А теперь у меня нет импланта. Я такой, типа, весь крутой. Я сам могу юзать интерфейс. Вы перегружены. Отлично. Да, и что у меня здесь по шмоту? Так, шмота, как видите, даже поломанных нету. Куча всякого говна. Ну, модули хоть на месте. Модули. Да, модуль на броню на месте. Надеемся обратно. Стрелы, кстати. Стрелы. Вы видите стрелы? Видите? А нету их. А должны быть. Ну, модулечек. Ну, хорошо. Модули хоть на месте, и на том хорошо. Ну, кстати, неплохие модули-то. Прям очень даже неплохой. Бета прям кайфовый. С него дропы идут прям 1200 брони. Вот таких штанцов у меня точно мне не хватало штанцов. Теперь у меня броня. Вот это я понимаю. Ой, ладно, все в жопу, короче. Как-нибудь доковыляю и как-нибудь сдам. Точнее, сложу все ресурсы куда нужно. Ну что? А на этом мы уже будем заканчивать. В следующей серии будет Альфа. Я надеюсь, с ним проблем таких, бляха-муха, ну, столько мучений на одного босса, это, конечно, было вообще столько всякого говна, это я прям не знаю. Первый раз такое. Все сложилось, особенно началось все с того, что Рексы какого-то фига просто встали и стояли. Я рассчитывал на то, что они будут бить, они стали встояли. Просто тупо стояли. И на агрессию они просто тупо стояли. Я знаю, что они застряли, они пытались, то есть, либо залутать кого-то, кто под ногой стоял, либо убить его. И этот тупизм полный был. Ну, ладно, что, все Рексы отлетели. Практически все титаны отлетели. Лесной остался стук. Тоже почти отлетел. Ну и все, пожалуй. Надеюсь, с Мегамеком я справлюсь в соло. С Альфа-Титаном. Королем Альфа-Титанов. Точнее, Альфа-Королем Титанов. Да! Честно, теперь я точно не буду скучать по Экстиншену. Вот после того, как вот это вот все творилось, я скучать не буду. Ладно, на этом я с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра, всем пока.